Выставка любви и красоты. В первый день весны, в преддверии праздника женственности, в Красноярске открыли биеннале «Ньюмарт». Это живопись, графика, скульптура, посвященная обнаженной женской натуре. Здесь и четкие линии, и размытые силуэты, героини картин на природе, дома или на абстрактном фоне. Каждый художник видит женщину по-своему. Выставки, посвященные такой теме, проходят нечасто. В Красноярске подобная была только в Академии художеств. Здесь же отмечают организаторы небольшой камерный зал, что больше соответствует такой сокровенной для каждого автора теме. На выставке представлены работы почти двух десятков художников Красноярского края. Увидеть их можно в галерее на Высотной до 30 марта. Эта тема, во-первых, вечная и очень редко предъявляемая художниками. Большинство из них, конечно, еще начиная со стен института, изучая рисунок, работая там над композициями, изучают натуру, натурные постановки. И потом у многих в жизни как бы эта тема, она сохраняется как одна из таких самых, может быть, любимых.